церковь Сент-Рома де Лесбонс. Вид с тропы на Канилью. Колокольчик каждой лошади своя нота. Если бы они вместе стали прыгать, наверное, получилась бы музыка. Если идти вправо, попадешь в этот деревня или город Мериксель, А прямо в Канилью, не знаю даже куда идти. Решил пойти наверх, направление Сантуари де Мериксель. Эта тропинка оказалась самой короткой. Весьма оригинальное сооружение. Крестит. Thank you.
первые весенние цветочки горные. Лаборатория. Вдали виднеется еще какой-то крест. Дойдем до туда. А вот место для пикника.